С мальчиком было сложно, очень сложно. Он словно заперся где-то в своей внутренней крепости и отказывался кого-либо в нее пускать. «Ничего, немцы тоже не в один день взяли Брестскую крепость», – подумала Мария. Мальчик продолжал молчать, словно в знак протеста, не понимая, что ему хотят помочь. Худой, серым лицом, словно манекен, не замечающий того, что вокруг него происходит. Так ведут себя аутисты или дети, пострадавшие от насилия. Это Марию и пугало. Как она только не пробовала с ним заговорить. В ответ лишь молчание и взгляд пустых глаз. Но кое-что она все-таки от него добилась. 11:45. Школьные занятия в самом разгаре. Сейчас в маленьком уютном кабинете школьного психолога на третьем этаже здания средней школы перед Марией за столом сидел молодой мужчина, лет 25. На отца мальчика он не походил, слишком молод. Сидел, скрестив руки на груди, глядя усталыми глазами куда-то в темноту. Точнее, в маленькое окно за спиной Марии. «Я даже рад, что моя сестра не пришла сюда. Знаете ли, у нее и так времени на все не хватает. Володя ее только видит утром перед школой, да вечером перед тем, как лечь спать. А вы, извиняюсь, я дядя Володя, брат его матери, Максим Дегтярев. Раньше преподавал информатику в старших классах. У меня был подписан контракт на один учебный год. Сейчас вот дурака валяю. Приятно познакомиться, Максим». Вспомнив, что он не сказал ей свое отчество, Мария продолжила. «Я хотела поговорить о Володе. В последние несколько месяцев, знаете ли, он стал отставать по многим предметам. А ведь он только в третьем классе. А на медосмотре врач заметила, что мальчику при его возрасте и росте не хватает 20 килограммов. Татьяна Михайловна, их классный руководитель, доложила, что Володя однажды на уроке физкультуры потерял сознание. А ведь он пока только в третьем классе». Максим прервал ее взмахом руки. «Я сюда поэтому и пришел один. Но не знаю, как вам об этом рассказать. Вы ведь психолог. В дурдом меня еще отправите. Обещаю вам, что наш разговор останется только между нами. И дальше этого кабинета не уйдет. Обещаете?» «Обещаю». «Я вам верю, Мария. Видите ли, я недавно женился в этом году, но уже успел с супругой крупно повздорить. Поэтому пришлось переехать жить к сестре. Володя был очень рад этой новости. Я ему с самого детства заменял старшего брата. И ничего против этой роли не имел, так как тоже был привязан к племяшу. Хотя, честно говоря, терпеть не могу детей. Особенно маленьких. Первый месяц прошел просто идеально. Сестра целыми днями пропадала на работе. И возвращалась уставшая, выжатая как лимон. Ей было не до нас. А мы с Володей все время проводили вместе. Что-нибудь делали во дворе. Играли в компьютер, в настольные игры. И иногда позволяли просто дурачиться. Один раз я свозил его на рыбалку. Он поймал свою первую рыбу. Правда, она оцепилась и смогла уплыть. Но все же это была первая победа. Ну а потом, как я думаю, вы и сами знаете, Володя начал слабеть. Прямо-таки чахнуть на глазах. Сестре было все равно. Она всегда была тряпкой. Извините. После того, как ее бросил этот, отец Володя, она всегда ходит словно зомби. Денег все время не хватает. Наши родители еще как-то пытаются ей помочь. С Володей они уже не в силах были нянчиться, но финансово помогали навсегда. Я вам хочу кое-что показать. Порывшись в ящике стола, Мария достала из его недр альбомный лист и протянула его дяде Володе. Тот взял его в руки и взглянул с нескрываемым отвращением. Это Володя нарисовал? Да. Весь рисунок был нарисован полностью черным карандашом. На листе был изображен человек с неимоверно длинными пальцами на руках и улыбкой от уха до уха. Он был заключен в нервно начерченный прямоугольник. Окно. Что, простите? Да нет, ничего. Простите. Продолжайте. Побеседовав со своим бывшим одноклассником, он сейчас работает педиатром. Я начал давать Володе витамины. Но от них, как оказалось, было пользы не больше, чем от козла молока. Поэтому я начал просто контролировать его режим питания и сна. А однажды Володя попросил, чтобы я переселился в его комнату и спал вместе с ним. Говорил, что к нему пристают, стучатся по ночам в окно, просятся внутрь. В общем, мешают спать. Володя сказал, кто к нему приставал? Да. И кто же, если не секрет? Бабай. Сказав это, живот Максима скрутило наизнанку. Но лицо Марии оставалось спокойным, несмотря на все ожидания Максима. Только глаза за очками чуть-чуть расширились. Тут и понятно. Насколько я могу понять, это что-то вроде чудовища, которым запугивают детей. Верно? Ага. Это все сестрица моя. Когда Володя был маленький, наотрез отказывался идти спать, она говорила ему, что, мол, бабайка вылезет из шкафа и съест его. Это его пугало до смерти. И я его помню. Наша мать тоже любила нас этим запугивать. Сестру это как-то забавляло. А вот мы с братом моим были просто в ужасе от ее рассказов. Как бабайка вылазит из шкафа, сует детей нехороших в свой мешок и уходит в лес. «У вас еще брат есть?» «Да, был. Мы с ним как бы близнецы.
Нам было лет по 5, как однажды. В общем, он умер. Скорее всего, умер. Мы с ним жили в одной комнате. И вот, однажды проснувшись, я застал его кровать пустой. А окно было открытым. Его так и не смогли найти. Всем городом искали, но не нашли даже тела. Как-то так. Извините. Да ничего страшного. Это давняя история. Я согласился переселиться к нему в спальню. Володя спит и в той же комнате, которую мы с братом когда-то делили. Маленькая и уютная. С окном, выходящая на огород. Непередаваемое ощущение вновь вернуться туда. Я лег на кровать брата, Володя на мою. Когда-то принадлежащую мне в его возрасте. О моем брате Антонио он ничего не знает. И слава богу. Проснулись мы поздно. Сестра уже ушла на работу. У Володи были каникулы. Во время завтрака я решил подыграть воображению Володи. И спросил его, не приходила ли бабайка. Он сказал, что да, приходил. Но я застал его врасплох. Поэтому стучать в окно он не решился, а только ходил вокруг дома. Думаете, я сошел с ума, да? Что мы оба? Нет-нет-нет, что вы? Я ведь обещала вам. Вышел я в то утро, значит, на улицу. И подошел к окну, что выходит в спальню Володи. Тогда я решил, что, возможно, племянник ничего не выдумывает. Что просто какой-то алкаш забрался к нам во двор и начал стучать в окно. Любое пьяное рыло в темноте может напугать. То ты в бабая поверишь, и не только. Тогда после сильного ливня было грязно и слякотно. И легко можно было утонуть в грязной жиже. Но никаких следов под окном я не увидел. Только кошачьи. А вот на стекле... Что на стекле? Следы. Отпечатки ладоней. Словно кто-то прислонился к окну и заглядывал внутрь. Ладони с длинными пальцами. Тонкие, словно веточки. А на земле следов никаких не было. Ни одного. Окно я протер. А Володе ничего говорить не стал. Я сам, по правде, изрядно в штаны наложил. В переносном смысле. Просто эти отпечатки... На любого страху нагонят. Ну а в следующую ночь мне показалось, что в окно кто-то стучался. Вначале потихоньку так, словно гость не решался, боялся потревожить нас. Разбудили меня несколько мощных ударов в стекло, что оно аж задрожало. Еще еле видящими после резкого пробуждения глазами, я убрал в сторону штору и начал вглядываться в темноту. Но кроме очертаний соседской елки, ничего не видел. Я пытался убедить себя, что это был только сон, что эти звуки были в моем сне. Но Володя, не спавший уже около часа, сказал, что бабай меня больше не боится, и что он вновь просил, чтобы его впустили внутрь. Но даже после его слов, я продолжил убеждать себя, что мне это все показалось. Так было легче жить, самообманом. И сколько это продолжалось, я не помню. Но каждое утро, подходя к окну, по ту сторону стекла я видел все новые и новые отпечатки ладоней, с этими кошмарными тонкими пальцами. А по ночам мне мерещилось, что и вправду вижу, как в спальню кто-то заглядывает. Что-то ужасное, бесформенное и скрученное, как в фильме ужасов. Слышу, как оно ходит вокруг дома и смотрит в остальные окна, словно проверяет. Если вас интересует, сказал ли я что-нибудь своей сестре, то мой ответ нет. Как о таком можно вообще говорить? Хотя, вам-то я сейчас рассказываю. Однажды вечером, когда мы втроем все вместе сидели и ужинали, что-то там по телеку смотрели, внезапно раздался хлопок. И свет во всем доме погас. Осколки лампочки полетели на пол. В темноте мы начали натыкаться друг на друга. Переворачивать стулья. Ну а я, как всегда, ножку дивана палец на ноге ушиб. Сестра вышла в кладовку за свечами. А Володя вцепился в меня и начал что-то про окно вопить. Тогда я все понял. Понял, чего так испугался племянник. В темноте я побрел во Володину спальню. Меня просто парализовало от страха. Голова кружилась, а сердце билось где-то в затылке. Я стоял на пороге нашей маленькой комнаты и пытался привыкнуть к темноте. Окно было открыто настежь. Это и понятно, ведь мы его открыли. Было бабье лето. Стояли последние теплые деньки, вот мы и... И я увидел, что-то в комнате шевелилось, в темноте. Что-то залезло под кровать, на которой я спал. Не знаю, сколько времени прошло, когда в остальных комнатах наконец зажегся свет. Я просто стоял столбом. В глазах племянника я видел тот же страх, что, наверное, был в моих. «А вы заглянули под кровать?» «Конечно. И знаете, что я там увидел?» «Ничего. Только пыли коробки из-под обуви. Ничего больше. В то время я действительно ощущал, как схожу с ума. Так же дальше просто нельзя было. Нельзя. Но домой я не хотел возвращаться. Это бы значило, что моя жена взяла верх, а я не хотел, чтобы меня считали подкаблучником. Но и в этом доме было ничуть не лучше. Он изменился. Стал другим. Я бросил Володю одного и переселился в гостиную. В соседнюю комнату. Но от этого ничего не изменилось. Хотя нет, стало только хуже. Я-то прекрасно понимал, что оно пришло в дом. Да и Володя тоже знал, думаю. Каникулы к тому времени у него уже кончились. А самочувствие стало только хуже.
как и у меня. По ночам, просыпаясь полным мочевым пузырем, слышу где-то в коридоре, едва-едва слышно, шорохи и шаги. Кто-то открывает створки шкафа и что-то невнятно бормочет. Копается в содержимом полок, ходит по ковру и шуршит, или бывает царапается, прямо подо мной, под диваном, словно рвется наружу, чтобы добраться до меня. Я прямо так и представил себе, как там подо мной что-то ворочается в пыли и царапает матрас. А утром просыпаемся с Володей от того, что сестра истошно вопит. И неудивительно. Встаешь из-под теплого одеяла, выходишь в прихожую и видишь, как все стены в квартире измазаны землей. Все одежды и белье вытащены из шкафа и валяется на полу грязной кучей. Посуда почти вся разбита, вазы тоже. Монитор компьютера и то разбит вдребезги. И следы на линолеуме, и на ковре следы. Везде грязные следы, ведущие из комнаты в комнату. И самое странное, эти следы, засохшая грязь, они ведут к моему дивану, и там оканчиваются. А дальше следов нет. Кто-то подходил ко мне, пока я спал, и больше не отходил. Вы можете представить себе это? Хотя кого я спрашиваю? Конечно, не можете. Это вам не кинцо про призраков, которое ты смотришь и ржешь над тупостью актеров. Мария что-то записывала в своей записной книжке. Максиму это показалось подозрительным, но все же он продолжил. Сестра на работе, племянник ушел в школу, а ты с ведром и тряпками отмываешь грязь на стенах и на полу. Сметаешь разбившиеся тарелки и осколки стекла. И потом с ужасом осознаешь, что находишься в доме один, наедине с этим. Вроде бы все нормально, спокойно. Но вроде слышишь, как оно едва слышно где-то шебуршит. То ли по диванам, или в шкафу возится. И возможно прямо сейчас смотрит на тебя и поджидает удобного момента. У нас дома кот есть. Так вот однажды вижу, он куда-то поверх моего плеча в пустоту смотрит. Глаза черные, сам весь такой зашуганный, шерсть дыбом. И тут он начинает шипеть. До меня не сразу дошло, что он глядит на что-то за моей спиной, а за спиной у меня шкаф. Уже не выдерживая всего этого, я просто убежал из дома и весь день бездомно гулял по городу. Мария взглянула на часы. Может, прервать его и сказать, что у нее еще много дел? Нет. Пусть человек выскажется до конца. К тому же еще и эти звуки по ночам. Эти звуки, господи. Однажды все двери и окна в доме распахнулись настежь и хлопали сами по себе. Володе тоже досталось. Он, как и я, не спал по ночам и содрогался от каждого звука, что слышится в доме. А звуки эти были воистину жуткие. И еще этот запах, который, как мы не пытались выветрить, оставался в доме, словно пропитал стены. Воняло сырой землей и тухлым мясом. Иногда помогали освежители воздуха, но их хватало ненадолго. Несколько дней я позволял Володе отсидеться дома, вернее, во дворе. Там и воздух посвежее, и не так страшно, как в доме. Я действительно боялся за Володю. Честно говорю, боялся за него. Клялся, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы уберечь его от беды. Ну а потом понял, что начинаю бояться больше за себя, чем за него. Вы поняли меня, если бы побывали на моем месте. А на сестру это никак не влияло. Казалось, она не слышит этих звуков по ночам и не чувствует в своем доме чужого присутствия. Это меня и пугало. Почему не она, а я? Ему бы пойти работать на ТВ-3, подумала Мария, положив разболевшуюся голову на руку. А Максим продолжил, не обращая на это внимания. А однажды слышу, оно опять подо мной, прячется по диванам, царапается и бубнит. Глухо, словно рот набит землей. И я увидел, как из-под дивана высунулась рука, мертвая, серая, с этими паучьими пальцами. Они скребли по ковру, тянулись ко мне, подзывали. А потом оно, словно тень, вылезло из-под дивана. Оно улыбнулось, знает мое имя, и не только мое. Максим заплакал. Звонок на перемену. Максим захныкал и замолк. Мария вырвала из блокнота листок. Написала на нем номер телефона и протянула листочек мужчине, который все еще сидел, закрыв лицо руками. Он убрал руки от лица, взглянул на нее мокрыми глазами. Потом ошарашенно уставился на протянутый ему листочек. «Возьмите. Максим, это мой очень хороший знакомый специалист. Обратитесь к нему. Он может вас записать к себе на прием в четверг или во вторник. Я вам гарантирую, он вам поможет. С Володей, думаю, я проведу еще одну профилактическую беседу». Максим взял листок, сложил его и положил в карман. «Спасибо, Мария. Думаю, я приму ваш совет. С этим надо что-то делать. Хотя, думаю, в моем случае поможет только петля». Он хихикнул. Мария не посчитала эти слова смешными. Максим неуклюже встал на ватные ноги и направился к двери, вытирая мокрые щеки. «И сожгите рисунок, прошу вас», — добавил он, закрывая за собой дверь. От всего этого у Марии невыносимо заболела голова. Она начинает искать в сумочке аспирин, лишь бы он там был.
Мария не сразу заметила, что мальчику стало лучше. Прошел не один месяц. Володя вновь поправился, стал более активным. Володя вновь стал самим собой. Как-то на перемене Мария подошла к Володе, который сидел на подоконнике и играл в планшет. Вокруг него столпились другие ребята, зачарованно глядя, как он там что-то делает. Увидев ее, Володя слез, опустившись на ноги, спрятал планшет за спиной. Остальная ребятня разбежалась. «Нет-нет, сиди, Володь!» Мария улыбнулась. Володя улыбнулся в ответ. «Не совсем радостно, только для виду». «Вижу тебе лучше, верно?» «Ага». «Я очень рада. Действительно очень рада за тебя, Володь. Как там мама? Так же устает на работе?» «Ага. Целыми днями на работе. Только в воскресенье выходной». «Ясно. А как там твой дядя? Дядя Максим? Мы с ним беседовали несколько месяцев назад о тебе. Он обращался к доктору, не знаешь?» Улыбка с лица Володи тут же перешла в угрюмую гримасу. Глаза потухли, наполнились тенями, как в тот день, когда они впервые встретились у нее в кабинете. «Он умер». Мария вначале подумала, что ей всего-навсего послышалось, но нет. Она услышала то, что услышала. «Боже мой! Как? Как так произошло, Володя?» «Дядя повесился у нас дома». Дальше мальчик говорить не мог. Он заплакал. Мария, чувствуя, что вот-вот тоже заплачет, опустилась на корточки и обняла Володю. «Все будет хорошо, Володь. Все будет хорошо». В ответ он лишь кивал головой. Перезвонил звонок. Дети с криками побежали в свои кабинеты. Мария оставила в покое мальчика и направилась в свой кабинет. Уже подходя к своему классу, Володя остановился и заговорил. «Дядя просил, чтобы я вам передал кое-что. Он сказал, что вы поймете». Мария обернулась. Мальчик стоял и смотрел на нее сверху вниз. Он был похож на маленького старичка, угрюмого, познавшего жизнь. «И что же?» «Дядя сказал, что оно пришло не за мной, что со мной все будет хорошо. Оно вернулось за ним, что оно знает его и его брата, что оно вернулось, чтобы закончить старое дело. Поэтому дядя и повесился. Он боялся увидеть это собственными глазами. Опять. Дядя сказал, что знает, почему его брат умер. Я правда не знал, что у мамы был еще один брат». С этими словами Володя попрощался и вошел в свой кабинет. Мария не знала, сколько так простояла в пустом кабинете. Минуту, две, три, час. Время не казалось ей теперь чем-то стоящим. Она вспомнила слова Дегтярева. «Сожгите рисунок. Прошу вас». Сегодня Мария на работу не вышла. Впервые она погрешила душой и сказала по телефону директору, что чем-то отравилась, что даже не может встать с постели, не то чтобы весь день просидеть в душном кабинете. Директор пожелал ей скорейшего выздоровления и напомнила, что на следующей неделе проведут очередной педсовет, и желательно ей на нем присутствовать. «Да, конечно, я к этому времени уже выздоровлю. До свидания». По местному телевидению и правда передавали о гибели Максима Дегтярева. Говорилось, что он упал со стула и нечаянно раскроил себе голову. Правда, они забыли упомянуть, что со стула он упал в подвале, после того, как затянул на шее петлю. Уже стемнело. Мария сидела за своим столом, в ярком свете ночника разглядывая рисунок Володи. Ей было страшно. Она подняла взгляд от листика и посмотрела на фотографию в рамке, стоящую на столе. На фотографии ей было 14 лет. Ей хорошо запомнились те счастливые деньки. Тогда она первый раз поцеловалась. Она не помнила его имени, но он есть у нее в друзьях в одноклассниках. Давно она туда не заходила. Вроде бы он стал военным. На фотографии вместе с ней была вторая девочка лет 7. Рыжая, с веснушками на носу и ясными голубыми глазами. Олеся. Сколько лет она не произносила вслух имя своей сестры. Оно вернулось за ним, чтобы закончить старое дело. А что, если оно придет и за мной? Эта мысль мучила Марию весь день. Она ночевала у подружки, когда вечером ей позвонила бабушка. И сквозь рыдания его и сказала, что ее младшая сестренка Олеся исчезла. Свет во всем доме погас, и девочка просто пропала. В тот вечер она принимала ванную. Но после того, как свет вновь дали, ванна оказалась пуста. Только мочалка, словно медуза, плавала на поверхности воды. Не было ни следов от мокрых ног или чего-то другого. Девочка словно пропала, не вылезая из воды. Даже сама вода в ванной все еще шла волнами и брызгами, когда свет включили и бабушка вошла в комнату. Но вскоре ее нашли. Мертвой. В чем мать родила? За городом в зарослях камыша. По ее мертвому лицу бегали муравьи. Их мать сошла с ума. Последние дни она провела в дурдоме. Мария как раз из-за этого решила стать психологом. Их бабушка, разрываясь от чувства вины, в порыве горя и печали, выбросилась из окна их квартиры на 11 этаже. И Марию отправили в детский дом. Тогда она и открыла для себя страшную истину.
которая перевернула еще не до конца сложившееся детское мировоззрение, хотя об этом она догадывалась и раньше. Олесю любили больше, чем ее, потому что она младше. Ей, видите ли, нужно больше внимания, а старшая как-нибудь и без этого проживет. Поэтому ее исчезновение стало трагедией. Бедная. Бедная Олеся. Господи, какое горе, какое несчастье. Если бы пропала Мария, то такого переполоха не случилось бы. Подумаешь, прямо-таки трагедия. Ничего страшного. У нас ведь есть Олеся, наша маленькая принцесса. Ну и пусть бы я пропала. Меня все равно никто не любил. Любила ли она Олесю? Да. Жалко ли ей сестру? Нет. Все внимание было предоставлено только ей. А Мария никто. Просто пустое место в их доме, на которое можно было отводить накопившуюся злость. Как это делала мать. А отец? Он ушел к другой семье, когда Олеся еще не было на свете. Просто стоял в стороне, глядел, как его дочь получает пощечины. Жалко ли ей саму себя? Да, очень. Закончить одно дело. Неужели я в это поверю? Нет, это все ерунда. Психолог ты или кто? Она убрала рисунок в папку. Как же ей захотелось выпить. За ее спиной раздался стук. Кто-то постучал в окно за спиной у Марии. В открытое окно. Бабье лето все-таки. Чтобы закончить старое дело. Удушливый запах сырой земли и тухлого мяса ударил Марии в нос. Резкий, словно спирт. Она осознала, что ничего не может предпринять. Что скоро она увидит это своими глазами. Из глаза струились слезы отчаяния и страха. «Ку-ку», — сказал Бабай, залезая внутрь.